Вы смотрите Кунгурское телевидение, программа «Город новостей». Я Игорь Конюшков. Здравствуйте. В начале выпуска о главном. Конкурс на должность главы города Кунгура состоялся. На сегодняшнем заседании городской думы закрытым голосованием выбран победитель. Главой нашего города стала председатель контрольно-счетной палаты Лариса Ильинична Ёлтышева. За ее кандидатуру проголосовали 14 депутатов. Два законотворца отдали свой голос Василию Терехину, и 6 бюллетеней были признаны недействительными. В бюллетень для тайного голосования включены кандидатуры Ёлтышевой Ларисы Ильиничны и Терехина Василия Анатольевича. Число изготовленных бюллетеней – 22. Число выданных бюллетеней депутатам городской думы – 22. Число погашенных бюллетеней – 0. Число бюллетеней, обнаруженных в ящике для голосования – 22. Число действительных бюллетеней – 16. Число недействительных бюллетеней – 6. Число голосов, поданных за Ёлтышева Лариса Ильинична – 14, за Василий Анатольевич Терехин – 2. Таким образом, решили рекомендовать Кунгурской городской думе утвердить результаты тайного голосования по избранию главы города Кунгура. Выборы состоялись, и большинством голосов победителем становится Лариса Ильинична Ёлтышева. Решение принять такое, подать заявку, для меня было очень непростым. Я понимаю, что, наверное, у большинства депутатов, которые даже проголосовали за, не было другого выбора. Но, тем не менее, я всех благодарю, тех 14 человек, кто доверие мне оказали, и я постараюсь его оправдать. И хочу сказать, что те остальные 8 человек, которые не оказали мне доверия, я тоже постараюсь за время своей работы доказать, что они были неправы.